Добрый день! Я заведующий детского сада номер 201. Планета детства сегодня объединяет три современных здания, находящихся в разных микрорайонах города Краснодара, в которых получают дошкольное образование почти 1000 воспитанников. В нашем детском саду комфортно всем – и детям, и взрослым. Большое внимание в нашем детском саду уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Вместе с детьми и родителями мы готовим праздничные концерты для ветеранов, проводим совместные мероприятия с курсантами военных частей и училищ, изучаем кубанские традиции вместе с казаками. Инновационная деятельность нашего детского сада непосредственно позволяет расширять рамки нашей деятельности. Мы работали в рамках муниципальной инновационной деятельности, краевой, федеральной, являемся федеральной экспериментальной площадкой. В связи с этим останавливаться на достигнутом нельзя. И мы с нашим коллективом, очень творческим, очень потенциально значимым, решили перейти на программу вдохновения. Кстати говоря, речь зашла о программах. Так вот, я хочу сказать, что наша программа вдохновения позволяет полностью реализовывать возможности детского сада. Наш детский сад – это уютный дом, в котором ребенку интересно жить, познавать мир, играть и учиться дружить. Формулой успеха своей деятельности считаю создание команды единомышленников, в которой каждый вносит частичку своего труда в наше большое дело под названием «Счастливая планета детства». Сегодня наша планета развивается и процветает. Появляются новые здания, новые сотрудники и новые дети. Движение вперед – это смысл всего образования, начиная с детского сада. Именно поэтому девиз нашей команды «В каждом человеке солнце, только дай ему светить».